Неприметный серо-коричневый домик с изъеденной временем, дождями и ветрами древесиной на фасаде. По душе своей и по форме строение уникальное. Ему больше 150 лет. Когда-то дом принадлежал купцу Когану, который занимался мыловарением. В подвале одного из строений и был маленький мыловаренный завод. Интересен дом и архитектурой. Он один из немногих в Самаре, где в дереве воплотили стиль модерн. Круглое окно над входом – модерн. В этом же контексте были и резные украшения над окнами, которые сейчас сняли для реставрации. Такие маленькие, как будто вазочки с цветами. Это уже влияние, опять же, растительный орнамент, это влияние, опять же, модерна. Примерно такие наличники, как здесь, их можно видеть, например, на многих домах в Иркутске. В Иркутске очень распространено сибирское барокко. Модерн прекрасно уживается с деревянным зодчеством. Кронштейны на доме в виде лошадиных голов. Отсюда в этом году стартует фестиваль восстановления исторической среды. Все лето волонтеры будут собственными силами и при поддержке инвесторов возвращать фасаду былой лоск. Год назад новое лицо приобрели 3 дома на улице Льва Толстого. К работе подходят по всем правилам. Не просто красят, сначала обрабатывают материал, чтобы новый фасад не померк через пару лет. Как говорят волонтеры, такой труд – настоящее удовольствие. Если в арку мы зайдем, там красный кирпич, его нужно будет потом шлифовать, так это машинкой берешь ручной, и все жужжит, и весь в красной вот этой, в красной грязи от кирпича с ног до головы. Вот так вот весь день в жару, очень круто вообще. А потом идешь на Волгу, отмываешься. Принять участие в фестивале может каждый житель Самары. Помощь только приветствуется. Около половины волонтеров – это новые лица, которые только в этом году возьмутся за кисти и полезут на леса. Проект набирает популярность. Это, в общем, вот пример для других. Ведь можно и так. Можно взяться самим и сделать. Вот по-хорошему, надо бы еще и, собственно, большую часть жителей центра города тоже в это вовлечь. То есть, когда ты что-то сделал сам, ты это будешь поддерживать, ты будешь это защищать, охранять. Стремлением не сидеть сложа руки, а брать и делать, Самара заразила и соседние регионы. В этом году Том Сойерфест проведут и в Казани. Там отремонтируют первые 3 дома. А в Самаре 4. Кроме этого, на Галактионовской еще 3 здания на улице Льва Толстого. Завершить ремонт планируют к концу августа. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.